Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Яков Брюс и Валерий Чкалов. Их имена знают многие, каждый из названных прославился в своей сфере деятельности. Но не все знают, что эти известные личности имели прямое отношение к нашему округу. Альманах «Они были первыми», выпущенный Щелковской центральной библиотекой, поможет заполнить этот пробел в знаниях. Вот такой вот выпуск содержит в себе биографии 14 знаменитых людей-первооткрывателей в разные годы и эпохи, проживающих на Щелковской земле и внесших неоценимый вклад в развитие нашего края и страны в целом. Альманах состоит из 5 глав, каждая из которых посвящена нескольким талантливым людям. Например, первая глава рассказывает об известном русском композиторе Даниле Кашине. Родился он в усадьбе Гребнева и, будучи крепостным, стал первым из русских музыкантов, кто ввел в концертную практику фортепиано. Кашин, единственный из отечественных пианистов, был удостоен чести исполнять свой фортепианный концерт по случаю коронации Павла I в 1797 году. Музыка, когда-то написанная им, вызывает восхищение и по сей день. На последней странице издания представлена информация о том, какие книги можно прочесть, чтобы лучше изучить биографию известных земляков. Это такой кропотливый труд, потому что собрать источников много, это все нужно собрать, проанализировать и выпустить, да, вот какой-то очередной шедевр. А мы, в свою очередь, библиотекари, чем мы занимаемся? Мы просветительством занимаемся. Все желающие могут ознакомиться с выпуском «Они были первыми» в любой из библиотек города. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.